Кстати, ты видал следующий проект Гранта? Это вот это вот здоровенная хрена. Да, 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 она самая. Я прям предвкушаю, как он ее делать будет. Чем он ее будет держать? А в тиски зажать самому, представляешь, какой процесс? Как? Ну, он говорил, терпение и крепкие нервы. Вот пускай терпит и нервничает теперь. Подсказывает, что нетерпелка нервы не выдержит. Это точно. Она же длиннющая, кошмар просто. Как он ее держать вообще будет? Чем? О, а вот и он. Здорово. Всем привет. Че привез? Чертежи для заказа. Че за заказ? Все тот же. Ну, топор для этого красного кричащего. Помните. Кстати, о заказчиках слыхали? Этот придурок в кабане и маске очередную нашу катану сломал. Опять? Я понимаю один раз, понимаю два. Но мы их ему уже штук 10 сделали. И ведь что интересно, у других таких проблем нет. Ребята из его команды заказывали, уже полгода пользуются, ни одного нарекания. Слушай, ну правда ради, мужик гоняется за демонами, ходит в походы, а там всякое может случиться. Так что... Ну, да, тут гоняет. Ты прав. Опять ваша катана в щепки развалилась! Да неужели? Как же ты ее в этот раз сломал? Демон забрался от меня на скалу, но меня так просто не проведешь. Я взял свои катаны и начал рубить ими со всех сил, а она взяла и развалилась. Сделал же нормальную, вот ты. Нормальная? Да если ты в своей кабане башкой хоть иногда работал, она бы тебе век прослужила. Но ничего не знаю, одно задание все проживают. Хочешь, пойдем вместе сделаем, если считаешь, мы тебе фигню впариваем. Хоть заодно посмотришь, как оно делается. Делать мне больше нечего, чтобы в ваши кузнечные игрищи играть. А то без катаны тебе есть чем заняться. Руки оторву! За мной. Эй, а ну стоять! Неси сюда свои мечи, у вас тут демоны! И не один! Пойдем! Всем привет! С вами Кузница Red Forge, меня зовут Василий, и сегодня мы будем изготавливать две катаны для нашего постоянного нерадивого заказчика. Благодаря этому заказу мы сможем показать вам всю специфику при производстве двух изделий одновременно. Кстати, раз уж мы сегодня делаем парное оружие, было бы неплохо вспомнить, применялось ли оно исторически. Вот так сходу я могу вспомнить разве что римских гладиаторов и использование шпаги в комбинации с кинжалом в новое время. Но, думаю, каждый из нас, когда представлял себя в детстве орудующим мечом, думал также о том, чтобы пофехтовать с двух рук по-македонски. А какие примеры применения парного оружия в истории помните вы? Напишите нам об этом в комментариях. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставьте нам лайки и досматривайте это видео до конца. Там будет весело. Ну а я пойду работать. Так как сегодня мы делаем катаны, постараемся приблизиться к традиционным техникам. Ведь какие катаны без попытки в традицию, а? Прямо сейчас нас ждет очень длительный процесс начальной ковки, ведь сегодня мы делаем пакет кабусы, который изготавливается из двух сталей. Эти стали называются хаганы, то есть кромочная сталь, и шинганы, стержневая сталь. Именно поэтому сейчас Василий разгоняет сразу два массива металла. Впоследствии один из них вставится в другой, как деталь пазла.
существует множество различных способов сборки меча по технологии Кабусы, и разные кузнецы варят этот пакет по-разному. Иногда стальную кромку вытягивают и забивают в пруток стержневой стали, а иногда сгибают хаганы в U-образный желоб и вставляют мягкую сердцевину в образовавшееся углубление. Мы воспользуемся именно этим способом. К концу процесса два куска стали сольются в единый массив, но сохранят различия в твердости. Из него мы и оттянем обе катаны. Перед нами довольно простой клинок, который не имеет никаких украшений. Его лезвие имеет слабый, но весьма выраженный изгиб по всей его длине. В целом, этот клинок представляет собой катану, но поскольку наш кабаний друг использует ее не совсем по назначению, он не имеет присущих катане деталей, таких как цубы, якиба, хабаки и многие другие. Рукоять этого клинка представлена в виде продолжения лезвия, которое имеет отверстие на самом конце для финального узла обмотки ленты. В комментариях под прошлым роликом вы сделали нам замечание, что настоящая катана делается из двух разных марок стали. Поэтому в этот раз мы решили сделать пакет Кабусы, который заключается в том, что менее углеродистая сталь оборачивается более углеродистой, что придает клинку дополнительные прочностные характеристики. Надеюсь, что в этот раз все пройдет гладко и катана больше не сломается. Приступаем к работе!
Я закончил предварительную слесарную обработку, теперь переходим к термической обработке, которая включает в себя несколько циклов термоциклирования для того, чтобы нормализовать структуру стали и убрать внутренние напряжения в пакете непосредственно закалки и затем отпуска. Термообработка – вещь ответственная, требует максимальной серьезности, поэтому будем поджигать горн. Мы решили не мучить вас демонстрацией процесса термоциклирования, ведь ничего интересного из себя он не представляет. Клинки просто несколько раз нагреваются до нужной температуры, а затем остывают, сбрасывая лишнее напряжение и восстанавливая свою кристаллическую решетку. Давайте сразу взглянем на создание обмазки. У меча должно быть твердое острие, а обух обязан быть вязким и упругим. Самый простой и самый популярный способ достижения этого эффекта – неравномерная закалка. Чтобы сделать все максимально правильно, мы покрываем клинок обмазкой из глины и добавляем герметика, песка и угольной пыли. Ее тонкий слой способствует тому, чтобы обух сохранил свою вязкость, а пересекающиеся линии на лезвии, аси, не позволят ему выламываться большими кусками. Наша работа фактически завершена. Нам осталось лишь заточить наши катаны и изготовить обмотку на рукояти. Наша работа, как будто хоть что-то сделал. И не сделаю, зато не мешался, что тоже плюс. Но, к сожалению для всех нас, на данных катанах больше нет никакой фурнитуры. Ведь господин Иноски в каноне использует лишь обмотку, которая чем-то напоминает обычные бинты. Вась, смотри! Ах ты сука! Мы приносим извинения за этого... За непредвиденные трудности. Да все одно теперь заново начинать. А зачем заново? Он же хотел, чтобы его катана больше была похожа на щербатый кусок арматуры. Вот и сделаем ему эти выбоины. Только поступим как цивилизованные люди с помощью болгарки и других инструментов. Да?
Мы наконец-то закончили наши катаны, закончили обмотку на рукояти и можем переходить к обрыванию жизни наших демонов. И вот это демон, по-твоему? А ты сюда настоящего привести, значит, можешь? Значит, могу. Мне понадобится полнолуние, десяток девственниц мне, мелок. Так, что такое? А, очнулся. Что-то как-то быстро. Готово, наконец-то? Ну, дай сюда. Атака кавана! Же нам сейчас всю работу испортят, да? Судя по всему. Молоток принести? Да, надо бы. Ну а то, как рубят эти катаны, пока я их не улучшил, мы покажем вам прямо сейчас. Эй, а ну стоять! Ты еще свое защербино не получил! Итак, мы наконец-то закончили этот проект. Он занял немножко больше времени, чем мы ожидали, в первую очередь из-за того, что я впервые работал с японскими техниками обработки металла. Мы выбрали этот проект не только потому, что клинок, рассекающий демонов, один из моих любимых аниме, но и еще потому, что это был неплохой способ показать вам, как куется клинок катаны. Как вы могли заметить, на этот клинок пришлось добавить небольшие зазубринки, но можете не сомневаться, каждая из этих зазубринок осталась на моем сердечке. Ну а на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы хотели увидеть бы в следующих роликах. Офигенно близки. Добегался? Да, паскудишь. Вообще мразь. Вот общайся с такими после этого. Закрывай нас. Едем на болото. Я там не в сценарии. Он там в сценарии? Нет, он там не в сценарии. Можно и так. Больше страсти. Давай. Приспусти. Да. Пуговичку еще. Запись идет, да? Великолепно. Легкая эротика для Васи, да? Так как это парное оружие, следует отметить, что использование его в реальном бою требует большой концентрации и умений от... От кого? Да, еще изобрази кота. Вылежи себе яйца. Крайне нежные животные очень не любят, когда их иголочки повреждены. Поэтому, когда вы будете кидать ежа в своего недруга, кидайте его иголками вперед, потому что разгневанный еж перегрызет им горло. Пошел! Давай еще раз. Многие спорят, к какой классификации относится катана. Мы же считаем, что это сабля. Ввиду того, что... Ты срач развести решил, блядь. Себе вброс, блядь, говна на вентилятор. Срач, это же весело. На колени. О, да. Где этот характер? Вы понимаете, что у нас вообще всегда слишком гейские бутерсы?